Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне, ребята. Да чё вы тут забыли, курицы? Ух, нифига себе, нифига себе, он чё, даже урон сносит? Или мне показалось? Нет, показалось, или... Короче, ребята, сделали мы себе вот этот офигенный меч, громадилок такой. Меч мы такой себе сделали. И, в принципе, ребята, что я сейчас думаю... Мы убили почти что всех боссов. Остался только, ну как бы, остался только главный босс. Главные два босса, как я знаю. Поэтому, ребята, в принципе, какая у нас еще есть цель? У нас есть, в принципе, ребята, еще цель. Это же Пиксельмон. А я про него, может сказать, немного забыл. И вот сейчас, ребята, мы, можно сказать... Ними займемся, ребята. Нам нужно 6 покемонов, как, в принципе, сначала было, да, 6 покемонов. Максимального уровня, то есть 6 разных покемонов, типов максимального уровня, то есть 100 уровень. И, в принципе, вот, вот 6 покемонов нам нужно. Но чтобы словить еще каких-то покемонов, нам нужны покеболы, ребята. А чтобы прокачать покемонов до максимального уровня, нам нужны рар кинди или просто-напросто долго их прокачивать. Ну, давайте рар кинди тоже. Поэтому, ребята, мы посадим сейчас тростник. Тростничок. Мы посадим тростник. И, в принципе, ребята, так как там нужны вроде лист... Нет, там цук... там сахар нужно, да. Да. Отлично, давайте все-таки пойдем поспим, чтобы всякие монстраки не спамились. Поспим. И нужно, ребята, все-таки действительно нужно нам сейчас Пиксельмон, как бы немного вот это все сделать. Пиксельмон, так. Ни хрена себе у нас тут уже нам нужен, ребята, еще один сундук. Сейчас мы еще один себе сделаем. Так, отлично. Так как у нас уже, в принципе, там места даже нету, чтобы вот так вот это мы все сюда поскладываем. Что я хотел, где у нас вот... Вот, отлично. О, тут еще... Ух, тут вот, отлично. Воу, звуки. Чё-то я немного... Не тут ты должен... Ладно, сейчас мы вот это сюда поставим. Так, кто там топает-то столько сверху? Соседи! Или кто там? Гости? Курица. Ладно, не курица, но все же. Харе тут топтаться. Харе эти звуки. Да что, попал, но оно отскочило или нет? Ладно, ребята. Что еще нам нужно? В принципе... Вот что нам еще можно сделать. Сделаем мы все-таки алмазный молоток. Так как... Алмазов у нас, ребята, столько, что можно сделать себе алмазный молоток. Да. Нужно, так, нужно это сначала пережарить. А пока это жарится, ребята, мы подождем. Логично. Нет, мы подумаем тоже. Мы подумаем, ребята, кого можно словить. У нас есть Марштомп, у нас есть Омонайт. Омонайт это, в принципе, такое, что я думаю, может потом даже его отложить, так как это, можно сказать, тоже водный покемон. Водный, земля, ну, да, можно и так сказать, что-то такое. Поэтому, ребята, давайте подумаем, кого можно словить. Не будем мы охотиться на легендарных, не будем мы охотиться на каких-то редких покемонов, ребята. Может даже Спирова словим, может, если найдем Пикачу, словим. Может Чармандера, может Бульбасавра, может даже Баттерфри словим, мне она тоже такая нормальная. Тропинча, вот кого мы словим, ребят, Тропинча, это вроде Дарк, да, летучий, ну что-то такое, тоже его можно словить. Яблочек у нас, в принципе, нормальный, я так думаю,
до сотого уровня хотя бы одного покемона будет допрокачать. А если еще, мы пойдем в тот мир, где куча вот тех коровок, и просто-напросто подоим их немного. А, я шучу, нет. Убьем. И, в принципе, еще немного себе вот этого возьмем, немного. Яблок. Да, иди-ка ты сюда, что ты там засунулась? Чё, обиделась? Стой тут, охраняй. Нет, иди сюда. Ну, давай, давай, давай. Все, стой тут. Возле печки. Ну, ты понял. Или можешь поспать, что там хочешь. Так. Вот что я хочу, просто думаю, что я хочу, ребята. Возьмем мы себе вот это. Сколько тут? Так, и сейчас себе. Ух, ну, пам-пам-пам, что-то я опять забыл. У нас же были. Сколько у нас там есть частей? Вот, отлично. 4 части есть. Вот, ну отойди ты немного, ну отойди ты, вот. Так. 6. Отлично, ребята. И вот тут, там. Так. Или. Нет, пускай валяется. Так, ну ладно. И сейчас, в принципе, у нас есть вот этот мечик, который. Какой мечик? Топор. Какой-то молоток. И который, в принципе, уже вот так, да. Быстренько, можно сказать. И вот. Ай, ой, ай, ой, ай, ой, ой, ай. Отлично. Вот так. И тут. Ой. И тут нам тоже нужно 6. 6 частей. Я, ребята, даже не знаю, где тут есть горы, потому что я не видел, если честно. Так как просто не видел, это вообще какой-то странный вот этот. Попался нам мир. Ну, не то чтобы странный, но. Я, короче, вообще не находил в горы. Сейчас мы, ребята, сделаем себе 6 покеболов. У нас уже есть 6 покеболов, ребятки. 6, это 6. Да. И сейчас. Сейчас мы трансформируемся, превратимся, полетим, поплывем. Поплывем, полетим. Вау, кем бы нам полететь, кем бы нам поплыть. Давайте просто вот так, отлично. Сейчас. Сейчас. У нас так, все, отлично. Так, сейчас, вот так. Сейчас можно. Летим! Летим, ребята, вот сюда, в поисках покемонов. Вулторба. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Панита этот как бы огненной, но пока что нет. Пока что нет. Так как, в принципе, можем Чармандера найти. Спиру мы тоже можем словить. Я попытаюсь. Я, может, потом и словлю, фиг его знает. Ух. Тебя у нас еще нету, но я тебя не буду убивать, так как если тебя убью, то превратимся в тебя, потом опять превращаться нужно, потом опять превращаться, потом опять превращаться. Так что, короче, ребята, полетим вот сюда. И как я понял, тут. Нет, я думал, тут у нас уже заканчивается вот этот материк или чего это. Но, как вы заметили, нет. Ух, сколько тут тусовка. Но пока что я не вижу. Зато вижу лес. Хотя, мне кажется, что. Хотя большой он, небольшой, я не в курсе. Сейчас мы посмотрим. Я думаю, что все-таки небольшой. Может, Бульбасавр? Может, Иви? Вот, действительно, Иви, как бы, я думаю, было бы нужнее. Хотя Бульбасавр тоже, но Иви тоже. Иви тоже.
Лес, конечно, огромнейший. Такой большой я еще не видел такого большого леса. И то, что я заметил, что в этом лесу даже хрен кто спавнится. Да. Чё-то реально вообще никаких... Вот кого я хочу, ребята. Гасли, знаете, это Гасли, ребята. Гасли это все-таки Гасли. Я думаю, все понимают, что Гасли это Гасли. Так как это призраки, это Гастли. А потом еще и Хантер, а потом еще и Генгар может быть. Так что это Гастли, ребята, и можно его словить. Он всегда... О, бог, блядь, это блок. Ребята, это вот тот блок, который мы, в принципе, еще ни разу не находили. Зато мы сейчас нашли. И самое главное, мы словили Гасли. Аминита бам-бам. Я даже это брать не буду. Спасибо, но у меня вот это даже уже нам не нужно, ребята. Ребята, самое главное, что мы словили Гастли. То есть у нас уже на одного покемона больше. То есть Маштомп, водный, Гастли, призрак, Омонайт. Я не знаю, но я думаю, что даже Омонайта мы считать не будем. Я так думаю. Потому что он как бы тоже водный, можно сказать. В какой-то степени. И у нас уже есть Маштомп, так что мы говорили 6 разных покемонов, поэтому, ребята, 6. Как бы 6 типов, да? Конечно, 6 раз покемонов. Омонайт это один, а тот другой. Но все же не 6 разных покемонов, как бы 6 разных покемонов, но 6 разных типов, да? Поэтому, ребята, нам нужно, у нас уже есть 2 разных типа, и нам нужно найти сейчас или огненной, или электрический. Электрический я бы взял, и потом в электробаза, но у него нет последней эволюции, так как это не последняя версия Пиксельмона, а последней версии Пиксельмона нету, потому что как бы он не сочетается вот с этими модами, и просто-напросто крашится Майн, и поэтому, ребята, не последняя версия. Было бы последняя, может, словили бы мы все-таки, наверное, Ликида. Ипно я ловить не хочу. Марипа я бы тоже словил, так как это... А потом у него тоже есть эволюция, но как бы это тоже, еще раз скажусь, не последняя версия Пиксельмона, так что... Его эволюции нету, да? Вот там... Ух, какие большие горы! Какие большие горы! Какие горы! Это же вроде... Это вроде нет, это океан, но как бы фиг его знает. Сейчас. Ух! Отлично. Уже можем, не знаю, кого прокачать, так. Уже мы можем прокачать никого. Так, ладно. Сейчас мы сможем прокачать и словить и прокачать. Кто тут есть у нас такой? Никого тут нету. Да. Это тут, короче, как я понял, везде у нас вот эти болота, болота и болота. Да. А в болотах никого нету толкового, как я понял. Идем мы дрыхнуть. Дрыхнуть нужно нам поспать, чтобы сил нам нахватать. Короче, что-то меня плющит немного. Ладно. Идем мы дрыхнуть. Ты идешь? Нет? Ладно, охраняй, хотя бы повернись, да то там стоишь, что-то такая. Задумалась, в окно-то глядишь, смотришь. Ладно, охраняй. Охраняй. У нас есть еще 5 ультраболов. И сейчас, ребяточки, полетим мы... Полетим. Да. Я что-то хотел сказать, и сейчас, ребяточки, поиграем в пряточки. Это не по теме было. Ладно, полетим мы вот сюда. Псайдак не нужен. Сикинг тоже. Кабуто. Тоже. Вот тропинча нам нужно. Только тропинча сейчас фиг найдем. Когда он нужен. Да? Да. Понятно, понятно. Нет, нашли мы тропинча, когда он нужен.
Но мы его не словим, так как, знаете, так как это тропинч, я думаю, это понятно. Тропинч, он как бы тропинч, да? И он не ловится, потому что это как бы вот этот, понятно. Да. Он не ловится, потому что вот это. Но сейчас он, наверное, словится. Если не словится, то он не словится, а мы его словили, потому что мы его словили. Кеп на помощь. И, в принципе, ребята, у нас уже есть два новых покемона. То есть Гастли и Тропинч. В Тропинча тоже еще есть две новые эволюции. В Гастли тоже есть две новые эволюции. Тут есть Базилиск, а мы летали в другой мир, чтобы найти Базилиска. Вот мы, конечно, да. Нам еще не хватает трех покемонов. Если я не ошибаюсь, это у нас, ну да, Дарк и Земля, что-то такое. Поэтому нам сейчас нужен Огненной, то есть Чармандер, то есть еще и Бульбаса. Арба. Абра, какая Арба? То есть Арба. Попытаемся мы словить Абру. То есть, если мы словим Абру, то нам еще нужно будет час, но если словим. Словим, не словим, бабочка ловит Абру. Да ладно, не бабочка, не бабочка. Джинкс, нет, не надо. Ребята, там покемон босс. Или меня плющит. Он там был, или это обычный моб был, или, ну ладно. Это горы? Нет, фиг, да, не знаю, так, ладно, нет. Это не горы. Что я хотел сказать, ребята? У нас есть Марштомп, водный и земля, да? У нас есть Гастли, призрак, у нас есть Тропинч, земля и Дарк, и у нас есть Абра психический. То есть Омонайта мы поставим в компьютер, как я думаю, да. Но тут уже нифига нету. Я знаю, где есть горы. Я помню. На спавне. Ребята. Нет, такая есть. У нас уже шапочка. У Омонайта мы поставим в компьютер. И словим. Нам сейчас нужно водный. Ух, какой водный. Огненной, то есть, может, Чармандера. И травяной, как бы можно сказать, да, то есть Бульбасавра. А если мы еще, например, найдем электрического, то есть Пикачу, я так думаю, что мы, наверное, все-таки Пикачу словим. Да. Или Грави, или Джиудуда мы словим, каменный. То мы, наверное, его заменим на Тропинча. Но как бы Тропинч у нас тоже будет. Он у нас будет, как бы мы его тоже прокачаем, наверное, к сотому уровню, да? Но он все же у нас, наверное, будет в компьютере. Как раз мы нашли горы, ребята. У нас будет в компьютере, чтобы он, в принципе, был, да? Но как бы и другого мы тоже попытаемся найти. Ну тут, если там я видел уже Мачампа или кто это был, еще там я кого-то видел. Вот тут как раз и горы пошли. То есть, если мы найдем Иви или Бульбасавра, то заменим на Тропинча. А если найдем еще и Бульбасавра или Иви, то потом заменим на Абру, может. Ну, конечно, можно сказать не на Абру, так как мы сначала Абру все же прокачаем в Кадабру, а потом еще и в последнюю эволюцию, да? Это, конечно, и до сотого уровня даже можно сказать. А потом уже можно заменить как бы на покемона другого, да? Это кто у нас? Нет. Или Вульпикса. Ребята, реально, мы же Вульпикса можем словить. Пока у нас нету Чармандера, мы можем словить Вульпикса. Плюс к тому, что у нас уже есть вот этот стон, которым мы можем эволюционировать Вульпикса. Вот что я даже забыл, если честно. Ну просто то, что Вульпикс только одну эволюцию умеет, поэтому, да. Ну чё-то я не вижу. Вообще как бы в лесу я если честно,
Вроде еще не, тут есть манки, но манки, это мартышка. Мартышка нам не нужна пока что. Просто у нас, можно сказать, такие типы покемонов, которые как бы необычные, да? То есть у нас есть и призрак, у нас есть и психический, и еще и дарк. А стандартных покемонов, то есть можно сказать обычный травяной или там огненной, электрический, можно сказать, у нас нету. Я думаю, что их может нам как бы лучше словить, да, чем вот этих. Ну, как бы сначала у нас будут, как бы сначала у нас вот эти, да. А потом, если найдем других, то заменим их, да. Ну, как бы 6 покемонов, это можно сказать вот так, да. И сотый уровень для них, то есть сотый, да, чтобы все были максимального уровня. Давайте еще вот тут поставим, чтобы можно было тпкнуться. Кстати, вот гравлит. Гравлит. Если не вульпекс, то гравлит. Давайте попробуем словить гравлита. Пока что у нас будет гравлит. Если мы, конечно, его словим. Ладно, не хочешь ты ловиться. А сейчас... да! Словили мы гравлита. И, ребята, в принципе, если мы потом найдем Чармандера, то... Мы поменяем гравлита на Чармандера, но у нас бы как бы будет и тот, и Чармандер, да. Но сейчас, в принципе, я думаю, что уже давайте пойдем домой, так как, да. Пойдем мы домой, хаос. Отлично. И превратимся в. Да. В принципе, ребята, словили мы 4 новых покемонов, ребятки, 4. И, в принципе, я так думаю, давайте на этом все-таки закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.